Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами продолжим проходить игру под названием Vertigo Remastered VR. Ну а если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Итак, друзья, мы прошли армию жопных роботов и теперь отправляемся туда. Надеюсь, туда, потому что я не знаю. Рычаг есть, но он только один, а два соседних рычага, они поломаны. Что ж, попробуем нажать. Ага. Шевелится огромный ящик, но что нам это дает? Может, его нужно, типа, знаете, разогнать, и он прошибет вот эту дверь. Не работает. Ну, я не знаю, это единственный вариант, который приходит ко мне в голову. И теперь туда. Ей! Получилось! Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Братва! Погодите, ну вы чего же? Чего ж так жестко-то? Я ж даже вас не вижу, а вы уже в меня стреляете, да? Ёлки-палки, я ж так и погибнуть могу, а я бы не хотел умирать. Потому что я не умираю. Я не умираю, по крайней мере, сегодня пока еще. Фу! Там и сиди. Не вздумай, даже не пытайся. Блин, я бы... Вот, по рукам! Куда ж ты свои ручонки-то суешь, роботизированные? Блин, я его не пробиваю. Так, нужно перезарядить пистолет, открыть и... Получи! По лицу! Фу, это было довольно опасно на самом-то деле. Вы видели, у меня экран покраснел, и я начал получать боль. Это неприятно, друзья, никогда не пытайтесь испытывать боль. Надеюсь, вам не будет больно никогда. Так, вот это плохо. Вот это загадка, потому что эти лазеры, они меня убивают. Так, нужно попытаться быстро как-то туда. Оп, я проскочил. Ой, братан. Давай, выстрели еще в меня. Ладно, я пошутил, не надо было в меня стрелять. Я пошутил. Такие шутки у меня глупые, братишка. Ты в следующий раз имей в виду. Если я говорю стреляй, это значит не стреляй. Так, и друзья, смотрите, мы оказались где-то... Это похоже на какую-то мега-турбину. Но очень медленную. Или на какой-то генератор. Блин, размеры просто колоссальные. Что ж, выбора-то у нас нет. Понеслась. Надеюсь, я не сорвусь. Я ведь не сорвусь. Они, кстати, синхронно крутятся, не знаю, что это за штука. Здесь можно было бы перемалывать муку, если бы мука была большой. Так, мы уже приехали. Назад я не полечу. Там я собрал абсолютно все, что можно было собрать. Я стараюсь, друзья, ничего не упустить, но... Я могу что-то упустить, потому что мир, он очень огромный, по крайней мере, в очках. И заметить абсолютно все проблематично. Но я стараюсь, друзья, честное слово, стараюсь не пропускать, стараюсь быть внимательным. Хоть и не всегда это получается. Конец уровня! Ура! Больше никаких жопных роботов, меня услышали. Поехали. Давайте, наверх. Надеюсь, мне дадут новую пушку. Хотелось бы какой-то автомат получить, потому что пистолет, он, конечно, классный, но... Скорость стрельбы оставляет желать лучшего. Скорость перезарядки, он постоянно перегревается. Обойма маленькая. Стреляет он не очень метко, потому что нельзя держать двумя руками. Но вы прикиньте, вот из такой бандуры стрелять одной рукой сложно, она тяжелая. Так, тут никуда нельзя больше идти. Погнали по коридорам. Так, что это? Какая-то черная жижа? Ну-ка, открывайся. Что? Ты кто? Какая-то... Это была живая черная жижа, я видел. Ну да. Ах ты, черт возьми! Да ты что такое за существо? Так. Это ж не кости. Это ведь не кости. Это не кости. Это не кости. Я сделаю вид, что это не кости. Так, мы, друзья, оказались в лаборатории. Ученые проводили опыты над черной жижей, и черная жижа... Ёшки-матрешки, это черная жижа, ты такая милая, оказывается, на самом-то деле. Блин, посмотрите, она же с глазиком. Офигеть. А вот этому роботу досталось не слабо. Ты такая милая, тебя зовут Уэсли, а тебя зовут Агата. Ну вы же милашки, дай же я тебя на превьюшку сфоткаю. Блин, у нее глаз.
Она следит за мной. Глаз большой. А ты, Уэсли? А вот эта штука... Ее звали Фрэнк, и она вырвалась. Оказывается, ты маленькая засранческая жижа. Можешь стать такой большой и поглощать роботов. Вот если мы с тобой подружились, давайте посмотрим, что это вообще за схема. Она со временем увеличивается, а потом структура клетки меняется, и она даже может ходить над своих двоих. Сломать эту штуку нельзя. Ладненько, давайте пойдем дальше. Вот этому роботу явно не очень-то и весело теперь живется. Да, дружище, а? Не один я ненавижу тебя, но еще и Фрэнк. Так, я думаю, мы сейчас должны будем отыскать Фрэнка. Фрэнк! Что с тобой сделали, Фрэнк? Ты же огромный глаз. Я думаю, мы с ним не подружимся. Он всю лабораторию заполнил собой. Ёшки-матрёшки. Законы физики — это просто рекомендации. И тут написано... Ученый Пит это говорит. Ну да, эта хреновина явно нарушает все законы физики, потому что как она разрослась до таких размеров, не имея никакого доступа к питанию? Так, ну я думаю, нам сюда. В черную жижу я точно прыгать не стану, потому что она может поглотить меня. Будем пытаться как-то всю эту ситуацию обходить по лестницам, потом телепортироваться, перепрыгивать. Не, ну это же жесть. Оно недовольно? Так, поднимаемся выше, оно пускай черную волну жижевскую. Я выше поднимусь, на всякий случай. Не, ну все, я увернулся от волны. И главное, чтобы эта волна не снесла вот тут эту башню, где я нахожусь. Так, смотрите, ящики есть. Все еще этот огромный Фрэнк. Ты что, плюешься, Фрэнк? Так, похоже, нам, друзья, нужно будет использовать вот эту пушку и... Как-то Фрэнка... Прости, Фрэнк, братан. Мы могли с тобой стать друзьями, но... Ау! Фрэнки! Фрэнк живой! А что дальше? Мы его пок... Жесть, Фрэнк! Да ты чего удумал? Башня падает! Башня падает! А куда мне теперь, если она падает? А-а-а! Блин, я свалился в жижу. Во дела, Фрэнк! Ну да, конечно, я бы тоже обозлился, если бы мне из ракеты выстрелили в глаз. Тут любой скажет. Так, нужно понять, куда после лестницы телепортироваться, потому что либо обратно, либо туда, но туда у меня телепорт не достанет. Может быть, на эту бочку попробовать? Не знаю, так и сделаем. Фрэнк, Фрэнк, Фрэнк. Ладно, давай пытаться как-то выживать. Поехали. Так, не плюйся раньше времени, я еще тебе ничего плохого не сделал. Так, первый выстрел есть, я не дострельну туда. Единственный путь — это бочка. Но я до бочки тоже не достаю. Так. Вот они, щупальца. Ну, сейчас будем падать, и там будет видно. Либо назад как-то. Я испугался, и ты пешнулся назад. А, смотрите, он опустил эту штуку. И у меня появилась возможность. Фрэнк, спасибо тебе. Ты даже сделал хорошо мне. Ёлки-палки, у нее... Это гигантская мега-пьявка. Фрэнк, ну ты же Фрэнк, а не мега-пьявка. Зачем же ты такое делаешь? Ладно, я... Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Воу! Я не тпшнуться не могу. Фух, увернулся. Я не тпшусь. Так, похоже, придется с тобой разобраться. Можно теперь тпшнуться? Да. Нужно было эту ногу отстрелить. Тогда буду использовать пистолет на всякий случай. Если вдруг Фрэнк что-то задумает неладное... Мне нравится этот уровень, Фрэнк! Да, это сложно, это жестко, но это весело. В конце-то концов, реально весело. Фрэнк мой брат. Ща я дойду до пушки, братишка. Сейчас все будет. Потерпи еще немного, сейчас я тебе прострелю глаз. Пэу, готово. Я пока спрячусь. И посмотрю, куда мы отпустимся дальше. Нужно добраться до последней пушки, которая максимально близко к Фрэнку. И не получать при этом урона. Щупальцы могут быть повсюду, а поворачиваться быстро и смотреть за всеми штуками... Не... А! Чё, серьезно?
Я думал, она опустится опять, ну, на уровень воды. Черной. А она прям под воду ушла. Вот дела, Фрэнк. Надо, значит, ТПшнуться вот на эту перекладину, а потом по ней как-то пробежать вон туда. Блин, она сквозь стекло попадает все-таки. Но это мой план, друзья. Не факт, что он сработает. Но попытаться можно. Так, телепорт быстро, пистолет. Я прямо отсюда ТПшнусь. Можно? Ладно, опускай меня, Фрэнк. Я готов. Давай. Блин, да не стреляй, выпускай лучше. Где щупальца твои? Давай, 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 давай. Вот на эту штуку я должен ТПшниться. Единственный шанс на выживание. Дальше. Отцепись от меня. Отцепись. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Бегу, 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 бегу. Жив, 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 жив. Мне вон туда нужно. Давай. А я не это. Смогу? Так. Нафиг иди. Блин, да. Почему я свалился? Я не двигался. Что за фигня, Фрэнк? Я ведь даже не двигался, а я просто свалился, Фрэнки. Что за приколы? Нет, серьезно, я просто свалился в жижу. Блин, ну я теперь знаю хотя бы, что нужно делать и куда идти. Раз ты со мной, Фрэнк, так поступаешь жестоко, от меня другого и не жди. Я тоже буду действовать радикально по отношению к тебе, братан. Прости, братишка. Твоя черная жижа, она не делает мне приятно. Она делает мне страшно и больно, и я умираю каждый раз. Быстрее. Лежать! Просто побегу. Постараюсь просто пробежать. Может быть, это лучший вариант из возможных. Ну давай. Допрыгну? Допрыгну. А теперь на эту штуку. Аккуратно. А-а-а, страшно! 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 Что делать? А что делать? А что делать? Короче, не нужно останавливаться, потому что Фрэнк... О, меня хотя бы на чекпоинт отправили. Потому что Фрэнк жесткий, запускает эту волну. Надо забить на щупальца и попытаться как-то пробежать. А как? А как? Надо по лестнице забраться и спрятаться там. Потому что туда бы я все равно не успел. Да, это единственный вариант. Забраться по лестнице и переждать волну. Пока тебя грызут щупальца, это сделать не так просто. Ладно, я вас перебью, чтобы вы меня не отвлекали. Уж простите меня, щупальцы. Дали, умирай. Че? Так. Срочно руки. Руки. Быстрей, быстрей. Ползи, 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 ползи. Фрэнк уже жесткий. Фрэнк уже готов меня растерзать. Так, Фрэнк, я наверху, брат. Блин, да убери этот меч. Теперь спускаемся вниз, пока Фрэнк снова не начал вот это вот заниматься ерундой. Так, пистолет, телепорт, пистолет. Побежали. Не обращаем внимания, просто бежим. Хотя нужно, наверное, убить его. Он может меня сбросить, мне кажется. Побежали дальше. Последняя пушка. Последний чекпоинт. Последняя точка. Мне на бочку, с бочки туда. Точнее, там еще вот эта штука будет зеленая. Не знаю, что бы это ни было, я на нее тпшнусь. Вот так и знал, что ты будешь меня цапать. Откуда у тебя? Блин! Да что творится? Ужас, много урона. Можно здесь переждать какое-то время? Или волна будет? Волна! Бежать, бежать, я успею! Я успел! Я успел! Беги, 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 мы успели! Фрэнк, мой братан! Братишка Фрэнки! О, я уже тут, я уже тут! Братан! Ложись! Как бы так по... Ну, прости! Бум! Фу, это был крутой босс! Чего, блин? А, нет, все, у него дырка в глазу. А кто в меня плюется, если у Фрэнка дырка уже в глазу?
Блин, это офигеть просто. Ну что, победили? Выход. Все, жижа рассосалась. Фрэнк. Смотрите, от Фрэнка осталось что-то осталось. Чего? Ты кто такой, малыш? Фрэнк. Вот так встреча. Это Фрэнк. Фрэнк, я буду тебя с собой носить, можно? Фрэнк. У тебя, оказывается, даже были ручки и ножки. А сможешь за пальцем следить? Пим-пим. Че, такой... Твой глаз уже не такой жесткий, как раньше. Пи-пи-пи-пи-пи. Я Фрэнк. Я хотел убить Саню. И что теперь, Фрэнк? Ладно, я тебя обижать не буду, братан. Ты будешь теперь моим... Ты будешь моим напарником. Ты будешь как котик, только ты Фрэнк. Я не знаю, как называется твоя форма жизни. Наверное, Фрэнк так и называется. Хороший Фрэнк. Был плохим, а теперь хороший Фрэнк. Ну ничего, я тебя накормлю, и ты опять вырастешь большим и сильным. Но в этот раз ты будешь подчиняться мне. Иначе, Фрэнк, тебя ждет стена. Понимаешь, о чем я? Это для профилактики. Все, Фрэнки, я не мог тебя оставить здесь. Теперь ты мой спутник по жизни. Погнали вперед. Класс. Это офигенно. Фрэнк? Ну что, мы едем, Фрэнк, это лифт. Мы едем. А вот это пистолет, Фрэнк, если будешь выпендриваться опять, узнаешь, что это на самом деле. Вот он. Фух. Так, и что будет на следующем этаже, интересно знать. Берем наше оружие. Жаль, что за убийство боссов и других врагов нам не дают очков прокачки. Их нужно всегда находить. Может, кстати, на уровне с Фрэнком тоже они были разбросаны, но... Времени, вы сами понимаете, искать их не было. Так, стекло не ломается. Тут у нас каталог, здесь у нас научная лаборатория. Приехали мы из 8-й комнаты. Стало быть, нам сюда? Нет. Так, ну нам сюда тогда, конечно, выбора-то нет, по сути. Экскаватор, я вниз. Поехали. Фрэнк, это экскаватор. На нем экскаватируется, чтобы ты понимал. Смотри, видишь? Мы едем. А это меч. Ладно. Хороший, хороший. Все, сиди. Если вдруг проголодаешься, ты так и скажи. Так, поезд. Неужто мы уедем на поезде отсюда? Я не хочу уезжать, потому что... Вдруг тут есть такие же классные существа, как Фрэнк? Хм, ну давайте сперва сюда залезем. Ага, перекрыт проход. А! Чё? Вау! Ты чё? Я думал... Ты кто? Что? Фрэнк, кто это? Это мясо... Это фрикаделька. Человек-фрикаделька. Чего? Это его яйца? Это яйца? Человек-фрикаделька размножается. Пипец. Что за пипец? Так. Не нажимается. Смотрите-ка. Транзитная система отключена. Восстановление системы. Ну-ка. Будет ли какая-то реакция? Да, смотрите, включился поезд. Оба, на двери открытые. Мы можем отчаливать? Ну, мне жалко как-то этого мясного человека, он был довольно милый. Но он сам виноват, что он набросился на меня. Он у меня один разок ударил. Было дело, было. Вы это видели, у меня есть запись, видеоролик. Вы сами видели, что он заагрессивничал. Ну, наверное, потому что мы подошли к его детишкам, к его яйцам. Фрэнк, а ты будешь какую-то помощь, может быть, мне оказывать, нет? Фрэнк. Блин, да вы прикалываетесь? Это что за жесть вообще? Это что вообще за жесть такая? Да во сколько там? Вы что, гоните что ли?
Да это прикол. Это что за... А что, они бесконечные, что ли, там, или что? Что за жесть? Они бесконечно шли и шли. Может, нужно было не убивать их, а просто делать ноги? Вот, не знаю теперь, Фрэнк. Мне кажется, Фрэнк... А где Фрэнк? Фрэнк! А где Фрэнк? Фрэнк, ты что там делаешь? Ты чего? Ты чего разлегся, братан? Иди сюда. Ты чего? Сбежать удумал? Нет, Фрэнк, теперь ты мой питомец. Нифига себе. Я тебя убивал что, просто так, что ли? Нет? Будешь теперь всегда меня сопровождать везде. Человек-квадрат, и давай это. Мне опять его жалко. Но выбора не было. Так, восстанавливаем энергию и... Надо, я не знаю, можно спрятаться вот тут и отстреливать роботов. А других путей-то я и не знаю. Но они просто слишком больно бьют, и они слишком бесконечные. А там же может лежать всякое приятное. Всякие бонусы. Допустим, там, откуда они вышли. Я буду уворачиваться. Это единственный вариант выжить. Как-то. Блин, пипец, я не выживу. Слишком много урона получил. Последнее. Если я умру, это будет очень обидно. Я не умру. Ха-ха-хай! Ух, ну такой битвы мы еще не видели никогда. Давайте поднимемся наверх. Там хоть и темно, но что-то можно спрятать в таком месте. Это идеальное место, чтобы положить туда какие-то ресурсы, которые я мог бы забрать. Смотрите, тут поворот есть. Нет, здесь темно, я нифига не вижу, я ничего не найду здесь. Мне страшно даже, я бы сказал. Еще этот диктор, который начал говорить из громкоговорителя, меня пугает. Так, ну здесь будет такой же подъем, и там тоже нифига нет. Но я все-таки проверю. Все-таки, а вдруг что-то будет? Не, нифига. Ну тут даже если что-то есть, фонарика у меня нет. И ничего увидеть я не смогу. Хотя... Телефон не работает. Я думал, на нем фонарик можно будет включить. А он вообще не работает. Уже давным-давно разрядился. Ну поднимемся наверх, откуда пришли роботы, а потом уже запрыгнем на поезд. Да, что, они здесь все поместились, что ли? И тут ничего нет? Надо было, короче, просто сваливать. На что я надеялся, я не знаю. Только умер лишний раз. Ну что, Фрэнк, мы уезжаем. Не знаю, куда, братан, мы едем, но... Это в очередной раз напоминает монорельсовую дорогу из первой Халфы. Правда. Смотри. Ты такого, наверное, никогда и не видел в жизни. А чё ты почернел? Это нормально? А, обратно. Ади Фрэнк! Он упрыгал, у меня из руки вырвался. Его нет, он упрыгал? Ты чё? Он, наверное, остался там. Фрэнк. Если любишь, отпусти, как говорится. Ты был мне как сын, как дочь. Но ты уже достаточно взрослый, чтобы идти своей дорогой. Что это за кнопка? Она не нажимается. Да, Фрэнк достаточно взрослый. Но что поделаешь? Какие-то лютые американские горки. Его нет. Он прошел сквозь текстурку. Куда мы едем? Может, он где-то на сиденье? У меня даже телефон глючит. Посмотрите, где он оказался. Это все из-за поезда. Он был сделан специально, чтобы разлучить нас с Фрэнком. Музыка офигенная, конечно, но Фрэнка это не вернет. Вероятно, эта кнопка отвечает за открытие дверей.
И вот знаете, друзья, что обидно? Ты пытаешься быть хорошим, пытаешься показать миру, Фрэнку мир. Сказать, вот, смотри, Фрэнк, мир прекрасен, в нем есть поезда и тоннели. А он просто такой, нет, Саня, я иду своей дорогой, а ты иди своей. Ладно, друзья, на этой грустной ноте прощание с Фрэнком. Мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. До новых встреч, удачи, пока. Ну, а я пошел оплакивать Фрэнка. Будьте счастливы, не теряйте своих друзей. Пока.